Привет, друзья! С вами юрист из будущего Самбат Алиханян. По вашим просьбам записываю практический ролик о том, как подключить интернет-эквайринг и онлайн-кассу. Друзья, недавно ко мне обратился один из моих сотрудников с просьбой объяснить ему, как организовать прием платежей в онлайне. Он запустил свой мини-курс. И оказалось, это не так просто для обывателя, для человека, который с этим никогда не сталкивался. Поэтому я вам сейчас расскажу, что делать, если вы хотите получать от ваших клиентов оплату онлайн, то есть отправлять им ссылки для оплаты, либо получать оплату через сайт. К примеру, вы в Тильде в каком-то конструкторе сделали сайт, и вам нужно сделать рабочую кнопку, которая позволит вашим клиентам платить за ваши услуги либо товар. Вроде бы тема очень простая, но вызывает вопросы, и мы вам с этим поможем. Так, для начала нужно определиться с тем, кем вы являетесь, то есть какой у вас организационно-правовой статус, ИП или самозанятый. Об этом у нас есть много роликов на канале, вы можете перейти, посмотреть и узнать всю процедуру регистрации. Но статус ИП либо самозанятого обязателен, то есть если вы осуществляете предпринимательскую деятельность, вы должны быть зарегистрированы. Далее вы должны определиться с интернет-эквайрингом, то есть это та площадка, которая позволяет принимать деньги. Мы в свою очередь пользуемся Ю-кассой, это бывший сервис Яндекс.Кассы, с которой мы работали. На этой площадке достаточно легко зарегистрироваться, и мы с вами сейчас пошагово перейдем. После того, как вы зарегистрировались в качестве предпринимателя либо самозанятого, вы заходите на сайт Ю-кассы и начинаете процесс регистрации. Вам потребуются все документы, которые вы получили в налоговом органе. То есть если вы зарегистрировались в качестве ИП, из налогового органа вам придет свидетельство о регистрации ИП в виде файла электронного с электронной цифровой подписью регистратора, и вот этот файл с архивом, с подписью и свидетельством вы направляете в Ю-кассу. Также вам потребуется для этого паспорт и иные документы, подтверждающие, что вы осуществляете какой-то бизнес. К примеру, если у вас нет документов каких-то, но у вас есть сайт, который вы сделали, вы можете показать этот сайт и показать то место, где вы будете осуществлять предпринимательскую деятельность. Также площадке вы должны объяснить в виде письма, зачем вам использовать этот сервис и какие услуги вы будете продавать. После того, как ваши документы пройдут проверку, вам будет предоставлена возможность подписать договор на обслуживание интернет-эквайринга. В Ю-кассе вам направляют договор, который можно подписать либо онлайн через электронную цифровую подпись, либо простым способом, я так называю дедовский способ, распечатываем договор, подписываем его, но есть здесь современная штука, можно его отсканировать и отправить интернет-эквайрингу. После того, как вы отправите договор, в течение 1-2 дней касса активируется, и вы сможете пользоваться ей в полной мере. Самое удобное, что там может быть, это ссылки, которые можно направлять своим клиентам. Мы пользуемся, кто обращался в компанию, знает. Мы просто отправляем ссылку, человек по ней переходит. Есть любой способ оплаты, можно Apple Pay, можно просто через карту. Оплачиваешь, и все деньги приходят на счет. Важный момент, который не нужно забывать. Вам нужно открыть счет в банке, на который будут приходить ваши деньги. Перед тем, как вообще начать любую предпринимательскую деятельность, нужно иметь счет в банке как предприниматель. Мы в своем бизнесе пользуемся Тинькофф банком, там достаточно удобные сервисы и очень быстро можно выводить деньги на свои личные карты, поэтому можете там открывать счета. Итак, у вас есть счет в банке, у вас есть интернет-эквайринг. Как происходит процесс вообще работы? Деньги поступают на счет интернет-эквайринга. Через один день этот интернет-эквайринг отправляет деньги на ваш счет за вычетом своей комиссии. Как правило, это 2 или 3, от 2 до 3% их комиссия. Деньги поступают на ваш расчетный счет. И после этого вы их уже можете тратить, выводить на свою личную карту, либо прямо из этого счета тратить. Третий момент, который вы должны знать. Если вы принимаете какие-либо платежи от физических лиц, у вас должна быть онлайн-касса. Вы должны
обслуживаться, ваша касса должна быть зарегистрирована в налоговом органе, и за нарушение этого правила сейчас очень большие штрафы. Существует сейчас множество сервисов, которые предоставляют услуги онлайн-кассы. Это может быть и физические кассы, и кассы, которые просто в онлайне существуют. Вы наверняка много раз получали чеки в виде смс, на почту, и это все и есть онлайн-кассы. Поэтому подключайте онлайн-кассы, про это не забывайте, иначе по итогам года от налогового органа прилетит требование, и вас заставят заплатить очень крупные штрафы. Друзья, если у вас возникают какие-либо вопросы, связанные с ведением бизнеса, вы всегда можете обратиться в мою компанию, и команда с удовольствием поможет вам в решении любых юридических вопросов. Все полезные ссылки, о которых я сегодня говорил, я оставлю в описании к этому ролику, вы можете перейти и посмотреть. С вами, как всегда, был юрист из будущего Самбат Алиханян. Всем пока!